Сегодня стало известно, что праймериз «Единой России», то есть предварительно открытый отбор кандидатов перед предстоящими в сентябре думскими выборами, состоятся 22 мая. Об этом сообщил сегодня Дмитрий Медведев на совместном заседании Высшего и Генерального совета в партии. Как отметил премьер, предстоит не просто генеральная репетиция выборов. Весеннее голосование позволит выявить наиболее достойных претендентов на кресло в парламенте. Участие в этом процессе обязательно для любого нашего кандидата. И как в настоящих выборах, проголосовать за них сможет каждый желающий. Это голосование позволит партии понять, обладает ли кандидат достаточным авторитетом среди людей, пользуется ли он их доверием, естественно, и как следствие, способен ли он победить на выборах в Государственную Думу. Особенно это актуально при появлении 225 одномандатных избирательных округов. Фактически наши избиратели, участвуя в этих предварительных голосованиях, в праймерис помогают нам сформировать предвыборные списки. И, по сути, это наши народные списки. До сих пор ни одна политическая партия в истории нашей страны не допускала избирателей к этому процессу.